Вчера в авторской программе Михаила Тютева «Вечерний диалог» на радио «Шансон МИАС 101 FM» принял участие генеральный директор Треста «Уралавтострой» Валихан Тургунбаев. В прямом эфире в течение часа Михаил Тютев и Валихан Тургунбаев успели поговорить и о торнадо, и о добре и зле. Так или иначе, но мне коротко, но все-таки придется напомнить всем, кто еще не знает, кто такой Валихан Тургунбаев. И хотя он с некоторым юмором отнесся к этому моему предложению, сказав, что я уже и так, меня все знают, хотя бы по газете «Глагол» его замечательных обозрений, которые он там делает в колонке издателя. Но все-таки напомню, что Валихан Тургунбаев родился в 70-м году. 70-й год, кстати, вспоминаю сейчас, столетие Владимира Ильича Ленина со дня рождения. В поселке Буранный, со снежным названием, поселке Буранный, это какой район у нас, Агаповский район? Это Агаповский. Агаповский район нашей Челябинской области. Закончил школу с серебряной медалью, хороший ученик, родился в семье, кстати, врача и бухгалтера. Папа, скорее всего, врач, а мама бухгалтер. Правильно. Ну и потом пошел по стопам отца, поступил в медицинский институт, который успешно закончил. А вот дальше не будем все перечислять, наверное, все эти этапы пути, но между тем скажем, вот и даже спросим, вот доктор Чехов стал в свое время писателем Чеховым, а доктор Тургунбаев почему-то стал теперь строителем Тургунбаевым. Вот эти изменения в судьбе, судьбоносные действительно? На самом деле все эти изменения от нас независимы. Если Чехов пошел по призванию, то мы шли туда, куда жизнь направит, потому что время 90-х годов помните все, наверное, все занимались тем, чем придется заниматься. И я на самом деле скажу, что строителем я стал не по выбору. Строительство меня привела судьба, здесь пока я оставила. У вас замечательная колонка, последняя вышла в «Глаголе», где вы ведете вы колонку издателя. Вы рассказываете, делитесь своими впечатлениями от поездки в Индию со своими друзьями. Колонка замечательная, мне кажется, с хорошим словом написанная, полна юмора и некоторых даже философских размышлений. А вот действительно, вы вначале, когда приехали, там вспоминаете, что вас поразили эти горы мусора и отсутствие светофоров. И вдруг жутко захотелось домой. А потом, по прошествии времени, все казалось, все нормально. Люди, главное, доброжелательные. Как вам кажется, когда европейцы приезжают в наши благословенные края, у них не такое же впечатление о нас и о нашей жизни, как у вас по первому впечатлению пребывания в Индии? Я бы не стал сравнивать. Здесь как раз, наверное, все наоборот. У нас нет той доброжелательности, которую хотелось бы увидеть и которую мы видим, что в Индии, о чем я рассказывал, что в Европе. К сожалению, жизнь наша не позволяет добрым взглядом смотреть на окружающих, основную массу людей. Поэтому, наверное, основная проблема у людей, приезжающих сюда, именно это настороженность или даже некоторая озлобленность наших сограждан. К этому привыкнуть нельзя, это не горы мусора. Это гораздо тяжелее. А вот почему действительно у нас такая настороженность, озлобленность сейчас? В это последнее время? Или иногда люди вот поколения старшего вспоминают жизнь в Советском Союзе и говорят, да вот раньше было, может и жили победней, да подобрее, мол, жили. А вот сейчас ситуация такая, конкурентная среда. Она конкуренция не только в экономике, но и в жизни, среди простых людей тоже. Жили, может быть, и подобрее. К сожалению, я не очень хорошо помню это время, потому что оно кончилось вместе с моим выходом из детства. Но, я думаю, изменилось не очень сильно. Тогда были одни ограничения, трудности, запреты, шоры. Сейчас они совершенно другие, но они тоже есть. Жизнь тяжелая. Она на самом деле у нас тяжелая. Она не сильно отличается на самом деле от Индии, нашей жизни, по уровню проживания.